Всем привет, ребята! Вы на канале Super Toys, и сегодня мы вместе с вами будем распаковывать вот такие классные десерты Kids World. Я нашел новые, они, смотрите, какие веселые, с кротом нашим любимым, мультик такой был, акулой и таким осьминогом-пиратом. Давайте же скорее открывать и смотреть, какие же классные здесь сюрпризы попадаются. Я уже открывал в одном выпуске тоже разные десерты, мне очень понравились игрушки, сам десерт очень вкусный. Давайте открывать и смотреть, что нам попадется здесь. Давайте начнем с вот этой акулы веселой. Смотрите, какая она. Такая пират злая. Что же здесь за игрушки? Даже очень интересно. Я еще такие не видел Kids World. Мне это очень интересно. Сейчас мы откроем и вместе с вами посмотрим. Вот так вот выглядит сам десерт. Вот здесь вот сверху игрушка. А здесь сам десерт. Давайте посмотрим на десерт. Вот такой вот ванильно-шоколадный десерт. Он, кстати, очень вкусный. Всем советую его купить и попробовать. Тем более здесь такие попадаются интересные игрушки. Давайте смотреть, что же нам за игрушка попалась. О, смотрите, это крабик. Такой веселый крабик. Сейчас мы его разглядим поближе и посмотрим, что же там идет в серии вообще. Так, открываем нашего крабика. Прям все плотно так запечатано. Не откроешь легко. Так, и смотрим. Вот он такой, пиратский краб. Вы смотрите, какой он весельчак. Он очень веселый. Смотрите, какой он классный. Очень мне фигурка нравится. Давайте посмотрим, что на нем. Ну, здесь цифры. Здесь ничего особо нету. Но я вам могу сказать, что он очень достойное место займет на полке с фигурками. Он очень красивый и веселый. Так, давайте же скорее посмотрим, что здесь попадается вообще в коллекции в этой. Вот она. Коллекция пиратов. Крут. Прям написано, крутые пираты, cool pirates. И вот такие фигурки попадаются. Осьминог, обезьяна, попугай, акула, крокодил. Нам попался вот такой вот краб. Так, и с этой стороны здесь ничего больше нету. Так, я понял, у нас вот эта вот коллекция та же, пиратов. Так, давайте же сразу ее, наверное, откроем и посмотрим, что попадется нам здесь. Вот эта фигурка, я очень доволен, она очень классная и веселая. Так, конечно же, надеемся, что нам не попадется повтор, а то сегодня выкладывал тоже выпуск про смешариков, что-то нам там не повезло, прям 3 повтора попалось из 6. Так, ура, это новая фигурка. Здесь нам пока что все очень везет, и это радует. И это такой пират-крокодил, вы на него посмотрите только, какой он весельчак. Очень классная прорисовка. Класс. Фигурки резиновые. Они довольно-таки такие большие. Смотрите, какие они классные и большие. Нарисован череп такой. Прям такие пираты-захватчики. Очень классные. Прям ремень у крокодила. Вот он такой меч у него. Прям зазубренными. Боевой такой у нас пират-крокодил. Очень веселые. Вот такие две фигурки. Класс. Я очень доволен. Я думаю, вам тоже эти фигурки очень понравились. Как и мне. Ставим их сюда. Ну, вкладыш точно такой же, как и тот. Сейчас мы посмотрим. Да, все то же самое. Сюда вот его откладываем. Так, десерт наш отодвинем, чтобы он нам не мешался. Так, и смотрим, что у нас еще тут есть. А у нас есть вот такой вот веселый крот. Я помню, очень любил этот мультик, потому что он такой забавный и смешной. Я думаю, вы тоже его смотрите, либо смотрели. И здесь, скорее всего, эти игрушки с кротом. Будем надеяться, что это так. Кстати, здесь он тоже нарисован. Сейчас мы откроем и проверим, так ли это или нет. Открываем. Отставляем. И смотрим, что же нам попало здесь. Ха-ха. Смотрите, какой смешной мышонок. На дудке играет. Очень ты смешной мышонок. Мне ты нравишься уже. Вот такой резиновый у него хвост. Смешной. Смотрите, как он в эту дудочку дует. У него щеки прям надулись. Такой он, блин, смешной. Очень крутая флейта у него. Сейчас я вам говорю, сыграю. Смотрите, только он играет, чтобы он вас не заколдовал. Такой мышонок. Очень веселый. Смотрим коллекцию. Так, и смотрим. О, смотрите, какая большая коллекция.
Да, как раз, это Little Крот, маленький крот. И вот они все фигурки, их очень много. Вот он, сам кротенок, ежик, зайчик. Ох, как много вас. Обязательно я куплю еще вот такую коллекцию. Да и вот эту, кстати, куплю. Мне очень фигурки тоже понравились. Так, только вот жалко, что вот здесь мало их очень, но повтора попадаться. Но я вам обещаю, я обязательно сниму еще эти выпуски, потому что мне фигурки очень понравились. И вот этой коллекции маленький крот и пираты. Все очень классно и мне они нравятся. Обязательно ждите новый выпуск. Если вы не подписались еще на канал, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Всем подписчикам привет. С вами был канал Супер Тойс. Увидимся в интернете на моем канале. Всем пока!